Мужской летний сток, так это футболка размера 2XL в составе хлопок. Все новое, все с этикетками, наверное. Далее марка КОС, размер указан, так, 50 здесь. Далее тоже марка КОС, М-ка, размер средний. Свитшот. Мужская футболка марки Tom Taylor, размер указан L, то есть примерно получается 50 размер. Мужская рубашка новая, ну тут все сток, в принципе все новое, L-ка, размер большой. Мужские джинсы, размер 33-34 здесь указан. Рост 34, это получается высокий рост, джинсы не короткие. А М-ка, футболка мужская среднего размера, то есть примерно 46-48, скорее 48 даже. Так, XL, еще одна футболка в составе хлопок, размер большой XL. А маленькая рубашка, то есть рубашка маленького размера с длинными рукавами, S-ка. Марка Blend, размер здесь указан 44-й. 32-го размера шорты. Рубашка большого размера, это L-ка. То есть примерно 50-й получается российский размер. Футболка размер 2XL, примерно 52-й российский. Далее джинсы размер 32-32, то есть джинсы среднего размера. Примерно на 48-й, наверное, российский размер. Так, это брюки. Размер я вам сейчас подскажу. 31-34. То есть это где-то 46-й. 48-й российский размер. 34-й рост, это получается на высокий рост. Далее L-ка, примерно 50-го размера. Рубашка и футболка размера XL, это где-то 52-й российский получается. Летние белые джинсы, размер 38-34, то есть достаточно большой размер. И ростовка высокая, 34-й рост, это высокий рост. Футболка среднего размера, M-ка, ярко-желтая. И здесь, по-моему, мужские трусы. Да, мужские трусы в составе 93% хлопка, 7% лайкры, размер М-ка, то есть примерно 46-48 получается. А рубашка из хлопка хорошего качества, размер указан XL. Джинсы 34 размер здесь указан. Они в упаковке. Тонкий джемпер большого размера L-ка, как большого примерно, 50-й скорее всего российский размер. Это М-ка, рубашка среднего размера. Тонкий джемпер, размер указан L, то есть примерно 52-й или 50-й российский, может быть даже 50-й. Так, XL, футболка большого размера, рубашка, размер средний, воротник 39-40, то есть это, по идее, должна быть M-ка. И вот галстуки, туда же к этой рубашке. Так, кроссовки. Марки Blend, размер указан 45-й. Да, большие кроссовки. Забирай сразу. Так, L-ка. Мужская футболка из хлопка большого размера. Рубашка. С короткими рукавами, летняя. L-ка. 50-й размер. Указан на бирке. Здесь XL. Джинсовая рубашка. Примерно 52-го российского размера. Футболка S-ка. Размер маленький. Яркая футболка. Так, и джинсы очередные в упаковке. Размер 32 написано. 31-32, если точнее. Так, рубашка марки Tom Taylor. Размер указан XL, то есть примерно 52 размера рубашка. Уж доставать не стали. Упаковано очень красиво. Рубашка с длинными рукавами. Размер М, средний. Забейте, пожалуйста. Так, сланцы 44 размера. Скоро лето, пригодятся. А мужские трусы среднего размера. М-ка такие были, только черные. Сейчас уже вот эти белые появились. А маленькая рубашка маленького размера S-ка. Похоже на бомбер. Размер средний, М-ка. То есть примерно 46-48 получается российский размер. Футболка марки Tom Taylor, размер M, средний размер. Так, это у нас КОС. Две футболки,
Элька. Вот что-то достали из пакетов, ребята, что-то у нас так в пакетах и осталось. Две одинаковые футболки размера L, в том и в другом случае хлопок. И последняя вещь из этого мешка. Остались вот джинсы 30-го размера. То есть размер здесь маленький. И на этом все.